Здравствуйте, расскажите, как прошла сегодня игра для вашей команды? Да, Игорь Стороженко, КТК, матч за третье место, очень упорная игра, основное время 1-1, в лотерее по пенальти победили, игра была интересная, очень достойный соперник, весь матч равная игра, у них много моментов, у нас много моментов, реализовали мало, ну, хотел поблагодарить свою команду за очень самоотверженную игру, надежную, за борьбу, которую показали, и поздравить с победой нас.